Здорово живете, все крещеные. В эфире Ульяна Саишна. Очень-очень вас ждала. Слава Богу, заглянули. Думаю, придут, не придут. Придут, не придут гости. Пришли. Ой, милые мои, я уже так соскучилась, как будто вот, знаете, ой. Ну, значит, давайте уж тогда по празднике поговорим, да? Значит, у нас сегодня с вами на календаре 10 апреля. Так, 10 апреля, ага. Праздник большой, так и называется. Иларион, выверни оглобли. Угу. Думаете, почему оглобли-то выворачивать? Так потому что все, нету больше зимы. Все ушло, укатилось. Весна вступает в свои права. Знаете, говорят, что если снег пролежал до Илариона, то теперь точно, точно растает. Все, с Илариона уже никакого снега не будет. Ладно, так и договоримся. А еще вот в аккурат с Илариона, говорят, мать-мачеха зацветает. Начинают выглядывать эти такие желтенькие, махонькие цветочки-то. Ой, что ты? Это, знаете, как пятнышки-то эдакие на лугу-то. Ой, баско-то хорошо. В аккурат наши бабушки все мать-мачеху-то тоже собирали, засушивали. Да потом, как это, лекарство было ведь, что ты? Чего, как полечить, так сразу мать-мачеха в чай заваривали, да добро. Так что вы подумайте над этим, может, чего и запасете. А еще в аккурат, я вам, знаете, чего, милые девушки, посоветую. Вот, я посоветую сегодня в аккурат успеть сбегать, сходить на улочку, да покричать. А можно и не бегать на улочку, можно с балкончика покричать, больно добро. Значит, чего кричать сегодня станем? Вы хотите, чтобы у вас были длинные волосы, хорошие такие, сильные-то? Ну, как у меня, о, о. Для этого что делаем? Выходим на балкон и кричим громко-громко, чтобы до небес было слышно. Растите волосы, растите! Угу, запомнили? Хорошо. А и вот, если надо, чтобы голос был хороший, а то сами знаете, попуешь бывает там на балкончике-то, так и голосочек что-то уже Так для этого случая надо вот это такое кричать. Голосёна, голосёна! Дай мне голос на всю весну! Запомнили? Голосёна, голосёна, дай мне голос на всю весну. Растите волосы, растите. Все, ничего сложного. Обязательно это покричите. Можете даже это, снять видео, привет, и выслать в аккурат мне, али в комментарии к Дагда-шоу, к ребятам, кроме да к Марине. Ой, я за вас порадуюсь. И за волосы за ваши, и за голосок. Ну ладно, была рада вас видеть. Спасибо, что не забываете, приходите. Как говорится, хороший гость хозяину путет. Ну ладно, до свидания, милые мои. До завтра, до следующей встречи.